качество. Помните, мы чем дичее, тем морозостойчивее. Поэтому мы с вами идем дальше. Что тебе дать? Фотоаппарат. Ну дай я фильм заснимаю. Пожалуйста, ты же подводишь тысячи наших этих зрителей, если помешаешь. Можно я пока поснимаю? Ладно, потерпи. Так, я пошел дальше по дорожке. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Ну, в данном случае слово «зверей» можно заменить на невиданные сорта. Опять черешня. Вон там мы прошли персик. Вон там, где Тимошка. Вот, опять все такое невиданное. Черные абрикосы. Абрикосы 100-граммовые. Королевские. Там кто-то спорил, лазят они в банку или нет. Пока влазят. Ну, ничего. Так. Вот. Чернослив на это. Ой, чернослив. Венгерки на абрикосах тоже получаться начало. Не сразу, но не все. Это снова черный абрикос. Жалко, пока вот такие. Ну, не могу пройти мимо, не показать. Посмотрите, сколько их. Первый год нормальный урожай. Это при том, что... А, кстати, еще неизвестно. Вы видите, как она сбрасывает? Я не могу понять, что вам надо. Да. Ну, а черный абрикос скорее слива. Да, надо было поливать. Так вот, друзья мои, это сад особый. Абрикосом, посмотрите, это я отвлекся, я же сегодня передача вишни. Новый сорт это абрикоса, увидели, что творится? Вы понимаете, что за чудо растет, еще не собирает, ну, правда, уже лопается. А почему я вам специально его показал, да? Вот. Почему? Потому что это у меня редкий случай, когда лопается. Еще раз, вот ветка. Вот уже плоды очень-очень тяжелые, очень крупные. Вот они, так? Вот. Еще покажу, что это не шутки, плохо еще видно. Ладно. В общем, поймите главное. Абрикосы ничего не боятся. Вот. Дожди, конечно, это где-то, если бы брать научные цифры, ну где-то... Ну, треть нормы сказать, если брать только дожди, а полива не было, да? Вот. Теперь черешня на вишнях тоже не боятся, у них стержневой корень. Вот, с грушами беда. Ой, елки, да это ж тема не сегодняшняя, я... Короче говоря, прекрасная груша, вон они, раз, два, три, четыре, молодежь, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, и вот девять, десять. Собирать, помирать. Никакого, знаете, только был передача по абаканскому телевидению, я говорил, не помню. Женщина стояла сплошь, больные деревья, вот, а у нее других и не было, и она учила. И знаете, 20-30 раз прозвучало слово подкормка. Боженьки мой, вот, получил я эти сорта отовсюду. Из 11 вот молодежи, вот, которые перед вами, молодых, ну, 2-3 леток, где-то уже плоды висят на них. А вот два, скорее всего, погибнут. Или не погибнут. Посмотрим. Но жесточайшие условия сделаны специально. Пожалуйста, друзья, которые за глаза меня ненавидят, не радуйтесь, что скажут. Опять уже лизучет погибло. В таких условиях весь сад должен быть мертвый. Полюбуйте, что на него. Ну вот, отвлекся, потому что обида гложет. Вон, видите, плодоношение на третий год. Видите, яблочки. Вот, посмотрите, дерево целиком. На третий год плодоношение. А почему так получилось? Она тянется вверх, и абрикос задавил. А почему он тут растет? Думал, абрикос погибнет. Абрикосы восстановили полностью. Только уже стыдно еще раз показывать. Что они полностью, вот это страшнейшая вещь, что вы видите, они уже полностью восстановились. И когда они помрут, теперь уже неизвестно. А им уже где-то 25. Да, где-то 25 лет. И вот когда я думал, что они погибнут, я взял и подсадил одну яблоньку. Тут, правда, абрикосик подсадил. Сливку подсадил. Вон она, видите? И вот еще одну яблоньку подсадил, ей тоже третий год. А почему такие рослые? Да не виноват я. Вот, вот просто третьего года. Видите уже какие метровые. А почему? Да очень просто, друзья мои. Вот, к солнцу тянутся. Из всех сил тянутся. Вот так. Ладно, с этим разобрались. Мы увидели у соседа рыночную
вишню в Ручной Скотске, первую попавшуюся. Вот. Вам, конечно, не надо заниматься дегустацией. Вам нужно косточки не с любой вишни, если будете у меня заказывать, а не с какой попало, а именно с моих. А сейчас начинается чудо.